Дорогие друзья, всем привет! Я шеф-повар этого ресторана. Впоследствии всех моих торможений. Да ты дурак, что ли? На звезды посмотри. Да-да-да, Ваня был прав. Это за пятерик, да? 50. Пацану! Отлично едешь на скейте. Я говорю, у каждого сноубордиста должен быть свой лыжник. Камеру выключи, я сказал. Это клип, ребята. Мы собираемся прямо сейчас в аэропорт. Что за Рэмбо? Что за Рэмбо? Мы сели в самолет. Ты мой лоб зачем забираешь? С кайфом успели еще в бизнес-зал сходить. Переговорили, что очень опоздаем. Встретили Сашу с Ваней. Софа взяла с собой чипсы. Яблоко, короче, полет обещает быть с кайфом. Какая красотища, ребята. Отправляемся к отелю. Короче, мы пришли с Софой. Такой вот номер предоставили, но раздельные кровати, ё-моё. Нет, у них одна общая. Это мой завтрак. И у Софы такой завтрак. Мне уже подъедет. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе, доброе. Походу, доброе. Я твой огурец забираю. На пламенку. Я еще это у тебя барую. Россию. Да. Что за плеер? А как же сидим, глядим в окно? Я бы сейчас запишу. Все, ладно. Не шатайте вагонетку, пожалуйста. Это не вагонетку. Мы на высоте. Коротко о том, как у нас проходит ИЧА. Класс. Ну что, друзья, сегодня встали в 9 утра. Я пришел сразу на завтрак. Подобный завтрак. Погодка. Я пойду уже катать. Дальше авторские права, поэтому увидимся. Съехал с трассы Змейка, если кто знает. Сейчас я приехал на трассу Б-52 в честь напитка одного. Что могу сказать, на синий прокатился абсолютно один. И упал, наверное, два раза, потому что дико боялся. Сейчас я пришел на зеленую, которая является самой легкой. Сейчас вам покажу. Здесь вот просто вот такой вот плат. Зато ты едешь спокойно и кайфуешь просто от вида. Короче, просто нереально красиво. Ребята еще снимают рекламу, поэтому я катаюсь один. Я говорю, у нас каждый вечер такое происходит. Без этого никуда. Я дико устал. Мы идем кушать. Идет, кстати, очень сильный снег в самом низу, прикиньте. Вот такая вот красота. Точнее, вот эта красота, я что-то перепутал. Простите. Ой-ой-ой. Давай. Это за пятерик, да? Это за сколько? Это за сколько ты делаешь? Не знаю. 50. Нет, это бред. Давай 2,5. А, то есть пятерик это стул, а это 2,5. Конечно. Так, получается, на стул лучше. Лучше на стул даже смешнее. И за 5000. И тот же самый 10. Чего? Да я на стул. Не, я не буду, зачем? Я же заказчик. Я шеф-повар этого ресторана. Всем приятного аппетита и всем воды за мощь. И всем воды замучил. Вань, ну тут я так хорошо получается. Почему ты не смешно? Это угар. Всем стакан воды замучил. Это просто это верх маразма. Все, ладно, погнал. С ними, я тут тебя не признаю. Испанский стыд, испанский стыд. Поехали. А куда он пошел-то? Куда так далеко он пошел? Куда он так далеко-то пошел? Блин, можно провалиться, пацан? Поближе, поближе. Дорогие друзья, всем привет. Я шеф-повар этого ресторана. И я вам всем желаю приятного аппетита. И всем воды за мой счет. А вот карты проигрывать какая? Какой крик, женщина. Испанский стыд. Блин, чуть-чуть не с расстановки. Я говорю, кошелек дома забыл. Не знаешь, они все так посмотрели на это. А ты до сих пор фотографом. Да. Все ржут, кстати. Потому что все попки. Да, не только мы. Да, все поглубы. Ничего себе, шеф-повар. Все, ладно, пошел воды за счет брать. Свой. Если мне принести, то же. Давай. О, реально перевел? Нормальный все. Бизнес, Вася. Давай следующий. Я тоже получился. Теперь я снимаю. И погнали. Друзья. Пришли мы домой. Как вы видите, сейчас если посмотреть налево, вот последствия всех моих торможений. Это просто жесть. Но это, наверное, единственный синяк, который у меня есть. Что вроде норм. Смотрите, какая машина просто. Наверное, нет. Мы приехали в горы кататься с Сашей и Андреем. Какое-то новое место. Горизонт, короче.
Немножко страшно, но тут очень много снега. Вот такая красота. Короче говоря, как вы понимаете, мы остановились в горах. Приехали сюда, чтобы покушать этого бульончика. Вау, прекрасно. Вообще что называется? На меня капает. Ну капает, Саша, скандал. Там почему-то капает. Что капает? Ну что, вода? У меня же алкогольный глинтвейн, друзья. Я не пью. А у кого алкогольный, я не понял. Ну у кого? Кто снимает? Вы алкогольный. У папы. Так это на штативе видео. Скатывал с горы, сидя на скейте. А что, как это не скейт, а сноуборд? Ты меня снял? Нет, я не успел. Я могу еще раз. Все, давай я пойду еще раз. Давай, стартуй. Отлично едешь на скейте. Ух, ё, ничего себе. Ты видел, как я проехала по этой штукой? Андрей говорит, если что, это сноуборд. Я говорю, о, отлично едет на скейте. Покажи. Короче говоря, мы приехали в очередь, и посмотрите, сколько здесь человек просто. И чтобы вы понимали, это все направляются в берлогу, поэтому такая большая очередь. Ты объяснил, что такое берлога? Или мы в белье живем? Берлога – это Роза Хутор. Ну ты, конечно, умеешь объяснять. Достаточно объяснил? А ты объясни давай. Берлога – это место, где люди берут в прокат лыжи, ботинки, сноуборды, а палки. А Роза Хутор типа непонятно. Роза Хутор – это курорт горнолыжный в Сочи. Все, теряйся, мальчик. Потому что люди не знают из других городов, что такое Роза Хутор. Сочи. Роза, цветок, хутор. Санёк! Давай, мне палки погнали! Вот так вот. Я говорю, у каждого сноубордиста должен быть свой лыжник. Блин, прикольно, Вась, что мы так сюда не ездили? Вообще крутяк, едем! Стартуй! Ну, что, сдох? В общем, мы, как всегда, пришли в харчу, как иначе, в Сочи. И посмотрите на этот стол. У нас точно не Новый год. Красота. С днём рождения! По-кавказски, от всего альянса Вайтрэбитэнли мы поздравляем вас с днем рождения. Желаю вам здоровья, счастья, хороших друзей, хорошей семьи, чтобы все у вас было хорошо, у вас и у ваших близких. Спасибо. И чтобы это все сбылось, вам нужно добить этот легендарный рост до самого дня, чтобы не осталось ни одной капли. А мы вам в этом поможем. Это он умеет. Сейчас мы с вами окунемся немножко в детстве. Поскольку мы находимся здесь. Я сейчас окунаюсь скорее с 9 ноября, но. Ресторан что торчо. Здесь бывают всегда желания. Поэтому сейчас загадайте желание, задуйте свечу, и оно обязательно сбудется. Пусть даже может быть не сегодня, но обязательно сбудется. Ура! Сейчас я вас прошу здесь за спину. И чтобы оно точно сбылось, вам нужно откусить кусочек этого пирожного как можно больше. Не надо. Не снимай, не снимай. Здорово. Ура! Молодец! Давайте за Васю, ребята. Давайте. Васю, не прождите, чего. Спасибо. Спасибо вам большое. Хотел домой забрать. Играем. Вась, ты что, придется за ним распалить? Пожалуйста, нам не нужно сегодня оплачивать. Вас не слышно. Давай еще раз. Давай, давай. Здравствуйте, нам нужно платить за наш ужин вот сегодня, а пауки. Нет, нет, мы вас угостили. Всего хорошо вам, Александр Андреевич. Спасибо, а вас можно в кино? Да, конечно, бесплатно. Конечно, всю корзинку берите, все хорошо. Да, все за наш, все за счет заведения. Все за наш счет. Спасибо большое, как вас зовут? Меня? Александр Жопкин. Камеру вырубите. Камеру вырубите, я сказал. Лапша была не халявная. Почему? Hang out with friends. Пойдемте до сердца. А мы пьем, хоть он один.
Давай, давай, короче. Давай. Смотри на звезды сейчас. Ага, я понял, что ты кричишь. Ну давай. Смотри на звезды. На звезды. Нет. А их нет. Ну, да ты должен посильнее наклонить, чтобы звезду увидеть. Я с тобой что-то сделал. Давай. На расстоянии. Давай. Да он не будет тебе ничего делать, Вась. Нет, вот так вот ты можешь посмотреть на звезды. Я понял. Я тебя прошу, ты можешь на звезды посмотреть? Да ты дурак, что ли? На звезды посмотри. Вася, на звезды. И кто точно так простоит? Ты вообще... Да, не пацану! Не умеет снимать! Стоп, не надо, он тебя кинет! Я снимаю! Кто меня просил видео? Видео хорошее! А помните, как мы в глаз маме зарядили? Ваня, ты не знаешь эту историю. Ой, Ваня, уходи. Ой, Ваня, уходи. Вы тоже послушайте. Ну реально. Вот, нет, не надо. Мы летим в Таиланд в ноябре в том году. Я говорю, мам, сними, пожалуйста, нам тикток. Мама стоит, мы берем борт по Шереметьево. Снимает нам тикток топы. И мы такие танцуем. И в конце берем снежок, кидаем камеру и случайно попадаем маме в глаз. Но очень за всей силы просто. И все, в этом истории. А, да? И потом она в это время все до самолета ходила с красным глазом и ругалась на нас. Поэтому не кидай ей так будет. О, Мазина. Ты в нос не попал. Можешь перестать бояться. Не попал бы. Вот реально, ты... А давай ты сегодня реально уволить. А что мне за это будет? Ну, мы вообще тут бесплатно. Давай тебе коньяка. С меня коньяк, 50 грамм коньяка. 50, мало. Ну, пойдем, ладно. То хорошего. Скажи задание. Ты заходишь в Тинькофф. Так. Говоришь, нужно свою куртку. Так, показываешь. Я ваш амбассадор. Когда моя съемка? Да. Играешь до последнего. И сразу вот ты сказал... Где моя съемка? Ха, это забить как карточный долг. Нет, играешь до последнего. Слышь, ха-ха, пошли. В итоге мы пришли в Тинькофф, а там никого не было. Левый. Раз, два, три. Левый. Левый. Раз, два, три. Левый. Левый. Раз, два. И... Как всегда на фестивале «Роза Фест» я иду все вперед. Сань, лучше повторяй. Да, и вот здесь внимание, ребят. Остановились. Остановились. И запил. Танцуем. Флешмоб. Давайте к нам. Еще подпевать сейчас нужно будет, да? Спасибо, ребятки. Молодцы. Спасибо вам. Хотя бы один раз я должен был снять завтрак такой, какой он есть, а не поеденный. Я снова сел с прекрасным видом. Вот сегодня время 9 утра. Сегодня мы уже уезжаем домой, а сейчас поедем кататься на Ротельбане. Вот, постараюсь его заснять. Как-то так. Все, наверное. Короче, мы только что прокатились вот с вот этой штуки. Кто знает, это Ротельбан. Невероятная вещь. Мы перли на всей скорости, ничего не видели. Я даже не знаю, как мое лицо сейчас выглядит. Короче, кайф лютый. Но зимой, я не знаю, когда снег еще идет, очень холодно, у меня руки все красные. Там еще ребята приехали. Ну что, как оно? Понравилось? Я все это время ехала вот так. Я тоже ничего не видела. Нет, а я сидел, и она капюшон надела, прямо просто как мешок вот такой. Ты понял? Нет, лицо летит. Я просто еду, и я ничего не вижу. Я говорю, Саша, я ничего не вижу. Я как туда, но если трещак нет. А вы тормозили? Честно скажите. А что так медленно тогда? Я как в палатке сидел. Короче, кайф вообще. Всем понравилось. Сейчас будем обратно подниматься вот на этих штучках. Как-то так вот осуществляется подъем, очень медленно, но я хочу вам сейчас показать трассу, с которой мы ехали на очень большой скорости, вы поймете, насколько мы настрадались. Вот на такой трассе мы только что катались с бешеной скоростью, как нам сказали, 40 км в час. Вообще жесть, мы даже конца не видим, настолько туманно. Одна катка после Ротельбана, заснеженные просто. Этот номер нам служил верой и правдой, мы отправляемся домой. А Вася стырил халат. Ты чё врёшь, как докажешь? Че, книжка тут? Ладно, не будем. Харизма. Харизма, понял? Ну вот и все, Сочи. Прощай. Мы обратно. Провожает у нас, кстати,
дождиком. Идем к самолету, и вот стоит рукав, который, походу, просто до него не доехал. И мы пошли пешком по улице. Ну вот и все, мы прилетели. На этом наш отдых окончен. Супер довольная. Особенно по мне видно. Вот такая вот красотка. Я думала, ты хочешь сказать, Вася, сначала, что типа все такие уставшие, ты все такие довольные. А я сижу просто... Мы едем домой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока! Мистер Макс. Мистер Макс. Всем хорошего сна, с вами Алдерс. С вами был Алдерсон. Закончу уже с вами. Вариации. Целую вечность.